Рубинова Ирина. Мне 15 лет. Я занимаюсь кусинка и каратэ. Я выбрала именно этот вид спорта, потому что он помогает мне развивать координацию и поддерживать физическую форму. Мне нравится заниматься этим спортом, потому что он развивает целеустремленность, координацию и также у нас дружная команда. Занимаюсь с 10 лет. Сейчас у меня первый взрослый разряд, третий кюн. Я многократная чемпионка города по ката. Также лучший спортсмен района по кюсика и каратэ. Благодаря таким качествам, как целеустремленность, концентрация внимания, я достигла успехов в учебе. Занимаюсь я в Санкт-Петербурге, в спортивном клубе «Атеми» на улице Солдата Кузьмина, 40. У тренеров сенсея Волкова Алексея и сэмпая с опыта Александра. Моя цель – это стать мастером спорта, получить первый дан, поступить в университет имени Лезговта и в дальнейшем стать тренером. Я советую выбрать именно кикбоксинг и карате, потому что вы сможете развить не только силу, но и дух. Сделай спорт частью своей жизни.